От ответчика чего хотите? Вот, Я хочу, чтобы он извинился за то, что оскорбил не Ленина, а оскорбил меня. Я не являюсь преступником. Ответчик утверждает, что он, Ленин, пустил много крови, значит, он обладает ненавистью к человечеству. Какие ненавистью? Ленин для человечества делал, хотел сделать коммунизм, то, что написано в Библии. Ленин. Вы сами крещеный. Ну, конечно, наверное, крестили. Я же родился в годы войны. Тогда попов не было. Ну, там бабка Горащиха, насколько я знаю, меня, так сказать, крестили. Вы сказали, что вы ходите в церковь и любите кого? Да, Николая Угодника, да. Вот, ну, так вот прочитал о нем много, так сказать. У меня в машине так сказать, иконка его есть уже, причем немного. 30 лет я езжу. Как еще в Омске, как купил, когда там служил в тех краях. Так, а говорить. Почему не как советский коммунист? Полковник в отставке, что мешает? Это же не мешает, абсолютно не мешает. Наоборот, доброта, уважение к людям, понимаете, вот ответственность. Ой, как то, что сегодня не хватает нашему обществу. У нас вот это, будем многоголосие, которое связано с 13 статьей Конституции, отсутствие идеологии. И вот это самое отсутствие идеологии и привело к тому, что мы сейчас вот имеем на Украине, понимаете, нет, вот.